27 августа весь город отмечал День независимости. Отпраздновать это знаковое для нашей страны событие можно было в самых разных уголках столицы. Ведь к народному празднику примешались и менее народные, но не менее приятные торжества. Сегодня открытие двух супермаркетов сразу же. Это супермаркет Green Hills и супермаркет Бомба. Вот, все это в коммерческом центре здесь, в Туамна-Дяур. Вот такой вот как бы праздник для людей. И сразу два супермаркета. Там можно купить электробытовую технику, здесь покушать, собственно говоря. То есть там купить, а здесь чем обмыть, знаешь, чем отметить. Вот, очень приятное событие такое для города. Событие оказалось действительно приятным, массовым и запоминающимся. Особенно для покупателей супермаркетов Green Hills и Бомба. Данное мероприятие, на наш взгляд, праздник не только для всего города, как День независимости, но и праздник для наших покупателей, потому что сегодняшнее открытие мы приурочили к этому дню и надеемся, что этот день подарит им много радости, много новых покупок и станет для них достаточно запоминающимся днем в этом году. Запомнился ли этот день? Об этом мы решили узнать у самих кишиневцев. Вам нравится сегодняшний праздник? Очень! Замечательно, очень хорошо. Мне нравится, особенно мне нравится очень. Конечно же нравится, я ходил на каждое открытие супермаркета Бомба и Green Hills с родителями сам. И просто вот для интереса, где лучше. Вы что-нибудь уже приобрели? Вот, смотрите сколько, я даже не могу таскать, сколько имею тут. А что конкретно? Масло подсолнечное и пылесос. MP3-плеер. Микроволновую печь. Соковыжималку. И чайный. Подарок весы. И подарок весы за 500 лей. А удобно ли этот магазин расположен? Магазин очень удобно, особенно для нас. Мы здесь рядом живем, очень удобно. Очень хорошее место, приличное. Знаете, были проблемы, когда надо подарок какой-то или еще что-то. Мой муж объезжал весь город, чтобы что-то купить. А здесь все рядом, все хорошо, отлично.